Сильный ветер, снег и даже метель обещают синоптики в крае в выходные и в начале следующей недели. В воскресенье ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду. В понедельник усилится до 13-18 метров. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 3-5 градусов. По ночам в выходные дни столбики термометров опустятся до отметки минус 10-12 градусов. Днем воскресенья до минус 5. Ярких солнечных дней ждать не стоит. И в выходные и в начале следующей недели прогнозируют переменную облачность. В понедельник и вторник по ночам от минус 8 до минус 11. Днем до 3 градусов ниже 0. По данным гидрометцентра, самым холодным днем будет среда. В светлое время суток минус 8, облачный снег, а ночью до 10 градусов мороза. На севере у нас здесь в связи с выходом циклона с побережья ожидается снег, метели на юге Таймыра, местами сильный снег. Порывы ветра 13-18 метров в секунду, местами 23-25 метров в секунду по северо-востоку. Температура в течение суток минус 5-10. Ну и в дальнейшем по мере смещения на юго-восток и венки циклона, здесь начнется похолодание и на всех составит в начале следующей недели порядка 13-18 градусов.